Giveaway, он же give. Одно из значений слова – проданное за бесценок. В инстаграм-сообществе Гивом называют многоходовую кампанию по раскрутке своего аккаунта. О том, как проходят гивы, рассказывает SMM-эксперт Анна Косенкова. Гив – это конкурс, который проводит известный блогер для своих подписчиков. Также в Гиве есть партнеры, кто вносит определенный взнос. Соответственно, они встают в подписки. На них должны подписываться все участники, чтобы выиграть приз. И таким образом блогер, который проводит гив, продвигает своих партнеров среди своей аудитории, среди своих подписчиков. Присоединиться к гиву можно также и в качестве участника. Это дает возможность выиграть призы, выполнив несложные задания. Подписаться на партнеров, оставить комментарий, выложить с отметкой в сторис, поставить лайк. Это, в свою очередь, увеличивает аудиторию партнеров, которые, я напомню, за это заплатили. У нас в городе уже разыгрывали и путевки, я знаю, и айфоны. И были просто такие мини-гивы. Такого еще не было, поэтому я решилась, наверное, попробовать быть первой, кто разыграет машину. И главный приз – автомобиль! Самый вот главный вопрос, который мне необходимо задать – как осуществляется честность вот подобного рода розыгрышей? То есть как людям понять, что они участвуют именно в честном розыгрыше? Вот, и по какому принципу выбирается победитель? Ну, вообще, это все проводится в прямом эфире. Можно у своих подписчиков спросить, давайте выберем рандомайзер, да, к примеру. То есть на этом рандомайзере они пишут, там, давайте восьмой, давайте шестой. Ну, кликайте, да. Можно, не знаю, выйти, к примеру, на улицу, спросить случайного прохожего, там, сколько раз будем генерировать. Можно там спросить у подписчиков, давайте посчитаем машину, какая машина там проедет, 10-й номер этой машины. Да можно хоть как это сделать. Ну, то есть для чистоты я буду привлекать своих подписчиков. Стоимость гива и его эффективность зависит от тематики блогера и его популярности. Конкурс может проходить от нескольких дней до нескольких недель. Практика показывает, что во время гива к партнерам приходит большое количество новых подписчиков. Ну, потому что это одно из условий для получения приза. Впоследствии часть подписчиков уходит, однако они не главная цель партнерского участия. Сейчас количество подписчиков отошло. Ну, потому что роль играет, да? Да, потому что сейчас важно качество аудитории, как она реагирует, как она с тобой взаимодействует, как она общается. Покупает она у тебя или не покупает? А самое главное, конечно, покупает. Можно накрутить там и 100 тысяч, и 200 тысяч, но у тебя купит один. Ну, как бы и смысл в этих подписчиков, его нет. Эксперты утверждают, что сегодня практически невозможно раскрутить свой аккаунт без постороннего вмешательства. В этом отношении гив – популярный инструмент для продвижения. Участие в таких мероприятиях позволяет лучше понять все процессы, которые происходят в этой социальной сети. А также это возможность заявить о себе и оценить других.